Центральная городская библиотека имени Ленина 9 сентября организовала экскурсию «Нижегородский стрит-арт», которая была приурочена к десятилетию со дня основания городского социокультурного краеведческого центра. Его цель – знакомство с малоизвестными темами, документами и свидетельствами очевидцев по истории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В качестве экскурсовода была приглашена исследовательница городской среды Ирина Маслова. Она познакомила всех участников встречи с произведениями уличных художников, с их миром, а также предложила обсудить вопрос связи исторических локаций и типа работ художников. Делаем специализированную прогулку именно для библиотекарей. Видите, вот у Горького заканчиваем. Мне кажется, библиотекарям понравилось, что есть библиотека, и на ней стрит-арт. И вот, я думаю, это должно было зацепить. Мы прошли совсем немного. Мы прошли, наверное, около пары километров. Получилось как-то показать все пласты и разные фестивали, и разных художников понемножку, и разные стили, разные жанры уличного искусства. Получилось обсудить.